город Караганда. Это улица Еремекова. Вот там санаторий Березка. Ну и остановка тоже называется санаторий Березка. С этой стороны выросли дома. 6 лет назад я это место снимал. Нашел здесь. Ну, естественно, вот этот видеоролик, который я сейчас снимаю, он попадет в плейлист улицы Караганды 2. Ну, вот Ермекова 83-3 написано с аптека. Я прохожу вот эту арку узкую. Вот по ней проходил и снимал это тоже. Было это где-то 6 лет назад. Можно пройти так через трубы, да, перешагнуть. А лучше так пойду сюда. Вот 81 дом. Тут был 83. Здесь тоже вот арочный такой подход. Ермеков. Алихан Ермеков. Физик. И мой родственник. В честь него названа эта улица. Раньше в советское время называлась улица Дзержинского, ну, чекист, который был в ВЧК, создал. А потом вот, когда Республика Казахстан стала независимым государством, улицу переименовали в более такое ученого, для ученого физика, да? Да. Ну это вот, в моем понимании, все-таки лучше. Чем всякие революционеры и головорезы, да? Гололед. Ну, приходится идти осторожно. Налоговая отчетность написано. Вот налоговый комитет. Я туда иду. Вот, что здесь написано.